Здравствуйте, друзья и гости, с вами Елена. У нас кабачков очень много, и я каждый день готовлю из них разные блюда. Поделюсь вкусными, полезными рецептами. Первое блюдо – кабачки-бублики с мясом и грибами. Кабачки помыть, почистить и нарезать кружочками 1,5 см. Вырезать сердцевину рюмкой или специальным устройством. Шампиньоны вымыть и натереть на терке. Приготовьте фарш мясной, какой вы любите. В миску добавить фарш, яйцо, соль, специи и грибы. Начините бублики фаршем, обваляйте в муке и выложите на сковороду с растительным маслом. Обжарьте с двух сторон. Затем переложите на противень, смазанный маслом, и посыпьте сыром моцарелла, натертым на терке. Поставьте кабачки в духовку 180 градусов на 7 или 10 минут. Выключите духовку и оставьте на 2 минуты. Подавать с зеленью и с сметаной.
Второе очень вкусное блюдо – это лазанья из кабачков. Если вы любите лазанью, то обязательно попробуйте ее с кабачками. Кабачки очистите от кожи и нарежьте слайсами. Овощи чисткой или ножом. Лук нарежьте кубиком, помидор тоже кубиком, обжарьте лук и помидор на сковороде на растительном масле. Добавьте фарш, у меня фарш остался от первого блюда. Можно добавить куриный или куриную грудку, предварительно отваренную. Добавьте соль, специи и обжаривайте все вместе 5 минут. На другой сковороде обжарите 1-1,5 столовые ложки муки до золотистого цвета и орехового аромата. Влейте 500 мл молока или 10% сливок. Добавьте соль. Соус должен быть без комочков. Сыр моцарелла 70 грамм натрите на крупной терке. Приготовьте тесто для пластов лазаньи. На одно яйцо 100 грамм муки. Раскатайте тесто в тонкие пласты. Можно раскатать скалкой или на таком устройстве. Очень быстро и удобно. Разрежьте пласты на квадраты. Возьмите форму для запекания. Уложите половинку кабачков, сверху соус, затем фарш. На фарш тесто. Повторите слой в такой же очередности. Сверху посыпьте сыром. Поставьте духовку 180 градусов на 40 минут. Блюдо сытное и очень вкусное.
Третье блюдо – омлет с кабачками и сыром на сковороде. Кабачок помойте и снимите кожицу. Мякоть мелко нашинкуйте. Морковь очистите и нашинкуйте, как кабачок. Яйца смешайте с молоком, посолите и взбейте венчиком. Сыр моцарелла натрите на терке. Разогрейте сковороду со сливочным или растительным маслом. Обжарьте кабачки с морковью. Вылейте яичную смесь, сверху посыпьте сыром. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне 5-7 минут. Омлет с кабачками готов. И последнее очень вкусное блюдо – кабачки с овощами и грибами, запеченные в духовке. Кабачок почистите и нарежьте кубиком. Лук и все овощи тоже нарежьте. Грибы слайсами. Сыр моцареллу натрите на крупной терке. Сложите все овощи в форму для запекания, полейте оливковым маслом, посолите, поперчите, перемешайте и поставьте в духовку 200 градусов на час под фольгу. Затем фольгу снимите, посыпьте сыром и запекайте еще 10-15 минут, когда сыр расплавится и подрумянится, блюдо готово. Вот такие вкусные блюда из кабачков. Приготовьте их. Если вам понравились рецепты, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Напишите в комментариях, что вы готовите из кабачков. Мне будет очень интересно.